Максим спрашивает, я тщеславен, хочу быть для всех хорошим, этим пользуются, как научиться отказывать? Ну, отказывать нужно научиться, конечно. То есть, отказывать – это очень важная вещь. То есть, нет, не пойду, не буду. Потому что за компанию можно ведь и повеситься. Есть такое, пословица такая, что некто за компанию удавился. То есть, всем хорошим быть нельзя, нужно знать свои интересы. И я с детства помню, мне большое уважение вызывали люди, которые не шли за компанию со всеми вместе. Когда, например, там прибегает какой-нибудь там пацан на площадку, там, где все сидят, там, на гитарах играют, там, говорит, эй, там наших бьют, пошли. И все, оп, побежали. Один говорит, я не пойду никуда, там нет никаких наших, это не наши. То есть я что, я буду там вмешиваться в чужие драки, в чужие разборки? Я всегда уважал таких людей и по-хорошему им завидовал. У них есть свое мнение, у них нет стадного инстинкта. Не бегут со всеми вместе. То есть, и вы научитесь тоже говорить, нет, отказываться. Быть хорошим для всех, это какая-то такая, какая-то панельная установка такая. Это не наше дело быть для всех хорошим. Мы же не 100 долларов бумажка, чтобы все нравится. Люди, которые на панели стоят, они хотят, чтобы все нравится. Там, может быть, еще кто-то, там какие-то телезвезды хотят, чтобы про них все. А нам зачем, чтобы нас все любили? Ну, не надо это. Не любите вы меня? Да-да, ну и хорошо. И не любите, а я что, нанимался, чтобы меня все любили, что ли? Вот и вы так сурово поступаете, Максим. Желаю вам мужской брутальности. И поменьше этих девчачьих комплексов. Такой. Хочу, всем нравится. Такой, зачем всем нравится? Фу.